Поклонники телезвезды российского юмористического шоу Comedy Woman, Екатерины Варнавы всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья. Гороскоп на 24 апреля. Весы, сделайте глубокий вдох. Поводом послужила фотография, которую Катя опубликовала в Инстаграм. По мнению фолловеров, на фото телеведущая демонстрирует явно нездоровую худобу. Многие из подписчиков интересовались, почему Екатерина так похудела, и прямо призвали ее не пренебрегать едой, и даже побольше кушать. В частности, фанатов напугали ноги Варнавы. Не перебор, ноги палочки, форму потеряли, надо кушать, иногда уж сильно худая стала Катя, вы уже, наверное, килограмм 40 весите, не больше анорексия, привет. Пишут в комментариях подписчики. Телеведущая и актриса Екатерина Варнава неоднократно признавалась, что в юности у нее были проблемы с весом из-за того, что она любила перекусить сладостями и фастфудом. Возможно, такое стремление с юности сбросить лишние килограммы и послужили причиной, по которой Екатерина Варнава так похудела. Ранее 5TV.ru рассказывал о том, как ответила звезда «Дома-2» Настасья Самбурская ответила поклонникам на вопрос о своем округлившемся животике на фото.